Приморский край ожидает масштабное строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных объектов, учреждений здравоохранения, а также модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства. Планы по социально-экономическому развитию городов и районов обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Веры Щербины. Руководители муниципалитетов защищали бюджеты своих территорий. Главное сегодня – это выполнение майских указов президента Путина. В документе определены цели и стратегические задачи развития страны до 2024 года. Раз в квартал мы однозначно будем проводить большие кустовые совещания под руководством губернатора. Естественно, мы будем ставить там все злободневные вопросы, которые нам необходимо обсуждать. Вот этим всем мы будем заниматься. И самая главная задача для того, чтобы мы двигались вперед совместно.